Ира, вы будете? Да. Там же еще. Да. Вон пищи для работы. Нормально. А снимать, Сань? Ехали потихонечку, не спеша, как бы. В последний момент увидели машину, хоть пытался объехать как-то, ну, не удалось. У него была то есть справа, дело все возможное, но не удалось. У него была помеха справа, да? Да, у него помеха справа. Нет, в принципе, да? Ну, по всем правилам дорожного движения, то есть я ехал, я уже как бы был уверен, то есть, ну, не спешал, и, ну, как бы и думал, что вот должно быть, как бы, то есть помеха справа у меня нет, то есть, угу. То есть посмотрел туда-сюда, как бы. Угу. Последний момент уже увидел, но уже было все поздно. Информация, которую мы располагаем, это то, что водитель маршрутки, двигаясь на равнозначном перекрестке, двигался, значит, и водитель Форда двигался слева от маршрутки. Соответственно, у водителя Форда была помеха справа, не уступил дорогу, и произошло столкновение, в результате чего прокинулось транспортное средство. На данный момент мы располагаем информацию о том, что водитель Форда был один в автомобиле, а в маршрутке двигалось 9 человек. Скорая на месте отработала, забрала пассажиров. Сейчас будем устанавливать количество пострадавших, есть или нет. Пока неизвестно.